ci viene detto che c'è il nuovo Stato islamico, ci viene detto che decapitano le persone, ci viene detto che Putin ha invaso l'Ucraina, che sono i russi che si vogliono espandere, tutte bugie e manipolazioni, come vi spiegavo stamattina. Vi faccio vedere adesso due filmati che sono stati mandati in onda in Russia, perché la Russia è l'artefice principale della punizione dell'umanità. La Russia è protetta dalla Santa Vergine, chiunque tocca la Russia finisce male. Infatti ci ha provato Napoleone, è stato fatto a pezzi, ci ha riprovato Hitler, è stato fatto a pezzi, ora ci provano gli americani, verranno fatti a pezzi. Allora, in questi due filmati, perché i russi si stanno preparando alla guerra, perché sanno che prima o poi dovranno reagire all'aggressione che la NATO gli sta portando, e dal punto di vista bellico, e dal punto di vista economico, e dal punto di vista commerciale. Ci sono i sottotitoli, cercate di seguirli, perché spiega, in questi pochi minuti viene spiegato quello che veramente sta succedendo. Ora, non è che io bevo come oro colato quello che dicono questi due filmati, ma li metto perché so che le notizie che hanno dato i russi sono vere. Путин, веди войска. Часто используешь этот хэштег, но если ты желаешь втянуть Россию в войну, ответь для себя, готов ли ты наблюдать за этой войной, не глядя в монитор, а своими глазами, сидя в окопе. Думаешь, до этого не дойдет? Ты ошибаешься. Спровоцировать вход российских войск на Украину – это важнейшая задача для Соединенных Штатов. Одна из целей США – списать крах экономики Украины на Россию. Давайте будем реалистами. Украина не возьмут в состав Евросоюза, а кредиты МВФ не помогут экономике восстановиться. Но как только на Украину войдет наша армия, Россию можно будет обвинить во всех бедах украинского народа. Ведь это из-за России перестали платить пенсии и пособия. Из-за России разрушена вся промышленность. Это Россия забрала украинцев их европейскую мечту. Конечно, можно выполнить требования диванных генералов и ввести войска. Но как это будет выглядеть для мирового сообщества? А вот как. Россия вводит войска без резолюции ООН на территорию независимой Украины. Правительство Украины Россию об этом не просит, а то правительство, которое просит, пока что никем не признано. Для мирового сообщества это будет называться одним словом – агрессия. А против агрессора Запад настроит весь мир. Станут ли союзники России поддерживать агрессора? Даже если мы просто ведем бесполетную зону над юго-востоком Украины, американцы и НАТО могут вести бесполетную зону уже для наших самолетов и ракет. Что если они собьют российский самолет? Как на это реагировать? Бросить танковые колонны к Ла-Маншу? Начать войну со всей Европой и Штатами, плюс Канадой и Австралией? Так ведь именно этого США и добивается. Америка задыхается от колоссального госдолга, который превышает 17 триллионов долларов. Им срочно нужна большая война. Массовое банкротство компаний, крах держателей долговых расписок, схлопывание рынка ценных бумаг – это триллионы сгоревших виртуальных денег. Госдолг обнулится, ВПК и экономика Штатов получит новые заказы со всего мира. Это их шанс избежать неминуемое банкротство. России эта война не нужна. Оттягивание конфликта настолько укрепляет, но в Донбассе гибнут люди, и руководство России оказывается перед выбором. Плохое решение или очень плохое. Погибнут сотни или погибнут сотни тысяч, а то и миллионы. Это страшный выбор, но такова реальная геополитика. И когда ты в очередной раз заявляешь, что Путин и Юго-Восток, задумайся, к чему ты толкаешь свою страну. Если ты не готов с оружием в руках защищать интересы своей страны, хотя бы не нагнетай истерию. В геополитике нет места эмоциям. Come vedete, i russi sono lucidissimi in relazione alle cause che stanno spingendo la NATO a mentire ai propri popoli e a spingere per una guerra con la seconda più grande potenza nucleare del mondo, perché l'America è al collasso finanziario totale, sono alla bancarotta
è già qualche anno che stampano miliardi di dollari senza nessuna copertura, stanno inondando di biglietti senza alcun valore l'intero pianeta ed è un giochino che non può durare per sempre. Infatti già la Cina e il gruppo del BRICS si è già creato la propria banca mondiale, stanno commerciando energia, quindi petrolio e gas, nelle loro monete nazionali, quindi rubli e yuan, e l'America è alla disperazione più totale e stanno facendo delle cose che sono veramente ridicole, per quanto terribili. Sono presi dall'isteria perché stanno crollando miseramente e a tutti i costi vogliono trascinarci in una terza guerra mondiale che distrugge noi e salva loro, così come i russi dicono. Questo è l'altro spot.